Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. В эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера на телеканале «Украина-24» заявил, что страна превратилась в проходной двор для преступников с постсоветского пространства. Текст интервью опубликован на сайте телеканала. Украина – проходной двор. Тут преступники со всего постсоветского пространства. Тут отстойник стал. Преступники точно знают, что каждого можно отпустить. Надо решать вопрос, заявил Саакашвили. Также экс-губернатор Одесской области указал на то, что система на Украине глубоко больна. Из-за коррупции в правоохранительных органах, которая происходит у всех на глазах. И вспомнил, как сам боролся с преступностью, когда занимал пост главы региона. Мы наводили порядок, как только правоохранители перестали брать взятки. Моментально в Одессе прекратились взрывы, массовые уличные драки, преступления. Даже в отдельно взятой области, если нет коррупции, это можно сделать, отметил он. Ранее стало известно, что председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость» и депутат парламента Грузии создали народное движение для возвращения на родину бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Она заявила, что несправедливое политическое преследование Саакашвили должно прекратиться, особенно в преддверии выборов, и призвала вернуть экс-президенту гражданство, которого его, по мнению депутата, лишили несправедливо.